Всем привет, друзья! С вами Неломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Мне очень было приятно, что вы хорошо оценили игру под названием Sonic Force. И сегодня я записываю вторую серию, потому что вы хорошо ее полайкали. То есть, собственно, так мы и будем с вами продолжать дальше. Что если и вторая серия хорошо наберет лайков, то, конечно же, мы запишем еще и третью серию. И четвертую, и пятую будем его играть почаще. Вот такие вот у меня планы. То есть, я думаю, что вы все поняли. Давайте начинать. Enter. Этап пятый. Яйцо смерти против Завока. Завок это какой-то босс, видимо. Так, стоп, я же его уничтожил. Я же тебя уничтожил в прошлый раз. Я его реально уничтожил. Я его в прошлый раз уничтожил. Я его точно помню, что я его прибил. Ладно, сейчас тебя еще раз накажу. Какая-то непонятка. Видимо, не сохранилось, что ли? Не было сохраненки? Так, пчелки, пчелки. Пчелы, пчелы, пчелы. Так, сейчас он тут будет на меня приземляться. Приземляться. Бумц. Вот, и тут я его лупил, 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 лупил. И все. Сейчас насчет уже по идее... На меня направлять по-другому своих стражей. Так, кольца, кольца, кольца надо собирать. Оп, оп. Оп, кольца, 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 кольца. Есть кольца. О, сейчас своих страж на меня натравляет. Не смейте меня кусать, пчелки. Так, оп. Бумц, бум, бум, бум. Так, видите, немножко стало теперь поле поменьше. Я уже знаю, как с ним бороться. Он сам своих пчелок сжигает. Бу-бу! Сам своих пчел уничтожил. Ну не глупый. Так, 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 только бы не свалиться. По серединке давай. Пускай выпьет. Я не успел удрать от него. Зев. Где я? Где я? А, вот он я. Я не успел от него увернуться. Так, сейчас он их сами сожжет, наверное. Ой-ой-ой. Ходим. Ну, двоих он сжег, а двое еще остались. Сейчас он их прибьет. О, теперь я по нему попал. Я успел отойти, когда он меня убил. Завок этот. Завок. Замок. Ты что летаешь на пчелке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько растерял колец. Сколько растерял колец. Сколько растерял колец. Бумц. Оп-о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 п. Бум. Бум. Бум! Завок! Ты чё меня пытаешься уничтожить, что ли? Да с кем ты связался? Ты же связался с Соником Форсом! Нет, как я мог снова проиграть созданию? Это было круто! В следующий раз захвати хот-доги. Так, по-моему, мы только что его наказали. С первого раза. Ну, конечно же, я уже знаю, как с ним бороться. Тарам-парам-парам! Парам-парам! Парам-парам-парам-парам! Парам-парам-парам! Так, бонусы, бонусы, бонусы. Поехали дальше. Enter, enter, медальки. Давайте мне целую грудь медалей. Этап пройден. Рюкзачок, перчатки. Еще там что-то дали мне. Полно всяких прикольных бонусов. Бонусов. Еще мне... Да мне дали какие-то всякой всячины. Полно всякой одежды надавали мне. Еще раз. Дальше. Дальше. Поехали дальше. Что там теперь будет-то? А? А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Интересно. Сохранение. О, загрузка. Так. Этап яйцо смерти. Миссия. Как тут разобраться? Пятый, шестой. Миссия. Миссия, аватар. Этап 1, этап 2, 3, 4, 5, 6. Яйцо смерти. Почему-то здесь какие-то есть какие-то медальки. Аватар, миссия. Что означает миссия? Пройди этап 6. Ага, то, что я то есть, еще не выполнил, получается, да? Угу. Пройди этот этап с таким-то рангом. Пройди этап 6. Ага, за 60 секунд. Заработай знаков отличия. Карта мира. А ну-ка, карта мира. Что там на карте мира? Карта мира. Так, то есть... Яйцо смерти. Дальше. Ну, давайте это запустим. Вход в яйцо. Окей. Поехали. Яйцо смерти, вход в яйцо. Вход в яйцо.
Время, лучшее время. Так, побежали. Воу! Воу! Так, с этим мы справились. Ура! Соник, давай, давай! Полетели! Воу! Какие-то мухи опять летают кругом. Куда-то я спрыгнул. По-моему, я проиграл. Мне не надо было с той рельсы спрыгивать. Так, я лечу, еду по какой-то доске. Выпрыгнул. Раз, два, три. Приземлился на эту штуковину. Вот с нее мне не надо спрыгивать, по идее. О, робот, привет. Робот номер два. Как-то начинает как-то. По-моему, здесь мы еще не играли. Этих роботов я еще не видел. Ух ты, а ты кто такой будешь? Кто такие? Что за человечки? Ой, я, кажется, вас сбросил вниз. Так, ладно, поехали дальше. Бум. Я, видите, не успеваю нажимать, я мог бы, по идее, их уничтожать. Ой, плита задвигается. Так, а здесь какой-то кубик секретный, что ли? О, да, какие-то бонусные штуковины достал. О, катапульта, мне надо, по идее, на самую крайнюю. Мяу, есть, едем. О, трамплин какой-то еще. Куда меня несут? Куда меня несут? Ух ты, ступеньки. Ступеньки. Есть. Куда, только не падай. Так. Так. Ах, свалился. Сложно, слушайте, честно говоря, сложно. Снизу плита падает еще к тому же. Оно меня хочет придавить сверху. Этой плитой, по-моему. Есть, успел. Фух, проскочил. Тут еще что-то. О, кнопка. Секретная кнопка. Раз, два, три. Как мне эту штуку... Как мне это разбить сверху? Меня ударило эти... Этого штуковина меня бьет, оказывается. 11 колец у меня осталось. А, снова стреляет. Поднимаемся. Надо как-то этот кубик разбить обязательно. Ой, везде стреляют, везде пытаются меня наказать. Так, лети. К этим штуковинам быстренько. Кольца собирай. Ой-ой-ой-ой, Соник, держись, мы с тобой. Держись, Соник. Держись. Фух, проскочил, куда я лечу? Планеты какие-то непонятные. Перепрыгивай. А, не туда. Влево, вправо, влево. А, куда? Не в ту сторону прыгнул. Реально становится все сложнее и сложнее. Откуда начинать тебя будем? О, хотя бы с этого момента. Тут вроде бы не так-то... Тут вроде бы не было так сложно. Ой, тут стреляют. Стреляют. Где же эта штуковина? О, разбили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фух, спасся. Планеты. Что происходит? Не надо сюда, на прыгунчик. Так, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратней. Кто стреляет? Оп, я успел увернуться. О, какой я шустрый. Раз, два, три. Монетки. Так, попрыгунчик. Опа, есть, все, я успел кольца, планеты. Чекпоинт. Есть. Сейчас меня сверху придавят, наверное. О, какой-то глаз за мной следит, глаз какой-то. Знак вопроса. Ты можешь выполнить прототип, нажав Ctrl во время прыжка. Ctrl? О! Я пробил землю! Так, прячемся. Золото. Опа! Обманули, дурочка! Протажок и в подземлю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я хочу его уничтожить! Эта пчела меня раздражает! На тебе! Пчела! Неблагодарная пчела! Так. Ай-яй-яй! Прячемся. Монеты, золото! Вы что, с меня все золото решили вытрясти? Так. Опа. Все, убегаем. О-о-о-о! Соник, держись! Боже, бедный Соник, чего ему только не пришлось перетерпеть со мной. Так, куда мне тут прятаться-то? А, кнопки какие-то, они говорят, на самолете. Не нужно было на самолет спрыгивать! Скорее всего, да. А как? Я не успел нажать, чтобы спрыгнуть на самолет. Пытка, еще одна. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. Самолеты. Вот они. Ну, есть. Что? Я на самолете. По-моему, я сейчас взорвусь. Старк, они забивают мощный заряд. Так, это не важно, если они не смогут стрелять. Была, не была. Что я должен был нажимать? Я не понял. Пробуем еще раз, сейчас разберемся. Выпрыгиваем! Так, мне нужно запрыгнуть на самолет. Видимо, с самолета на самолет мне нужно перепрыгивать, так что ли?
Ну, скорее всего. Опа. Я не попал опять на самолет. Какой-то я неудачник. Так, я сейчас разберусь. Я сейчас разберусь обязательно. Прыжок. И... Может, просто прыжок надо нажимать? Ну, там же влево-вправо. Ага. Как управлять самолетиком? Что я сделал? Что я сделал? Не знаю. Не знаю. А я перепрыгиваю самолет на самолета. Правильно, правильно. Все хорошо. Меня обстреливают. О-о-о! Подорвали мой самолетик. Негодяи. Не трогай. О, боже, я лечу вниз. Соник, держись, братуха. Братуха, держись. Держись, все будет хорошо. Так, о, куча самолетов. Побежали. Это, по-моему, это финиш. L-буква. Давай, ускоряйся, шифтом. Еле прошел. Еле прошел. Так, поехали дальше. Ну ты, Соник, и даешь. Ну ты мужик, Соник. Медальку получил даже какую-то там. Миссия выполнена. Этап 6 завершен. Хорошо. Так, далее. 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 Ботинки далее. Короче, куча мне дали всякого добра. Как мне, я хочу теперь зайти в свою аватар и поменять себе какую-то одежду другую одеть на себя красивого. Опа, опа, опа. Теперь будем за волка играть. А вот и Соник пришел. Надавал всем по рогам. Спокойно, все в порядке. Ты пришел меня спасти? Да, не могу выразить, как я ценю это. Я так давно не видел ни одного дружелюбного. Ты еще цел? Само собой, можешь поинтересоваться, как я там. Соник, я так рада. Спокойно, Эми, мы все рады, что Соник жив, но это будет ненадолго, если он поскорее. Трогательно, что ты заботишься обо мне. Трогательно, трогательно. Так, все, мы теперь как одна команда, по-моему. Залезли в какой-то большой-пребольшой самолет, космолет, и улетели в космос. Так, нагрузка. Ну ладно. Привет передаю Валерии. Соник, то, что ты жив, самое грандиозное новость за последние месяцы. Но есть и новости похуже. Наша разведка докладывает, что Эгма разместил оружейный завод на Зеленых Холмах и выпускает тонны амуниции для своей армии. Завод? Нам не захватить базу Эгмана в Метрополисе, если на него работает целый завод. Это точно. Слушай, Соник, я знаю, ты только что вернулся, но мы тут просто разрываемся. Займешься этим? Нам нужно уничтожить завод на Зеленых Холмах. Возьми с собой новичка. Ты уверен? Малец дрожал, как осенний лист, все время, пока мы были в Яйце Смерти. Это от того, что в космосе холодно, а на заводе тепло и уютно. Будет, когда мы сравняемся его с землей. Соник, ты за главного, новичок, а ты мотай на ус. Я накопил счетов за полгода, и мне не терпится рассчитаться по ним. Звучит как неплохое начало. Так, хорошо, аватар, аватар, аватар. Сейчас мы будем его переодевать в какую-то другую одежку. Поменять виспон аватара. Виспон аватара. Так, виспон, виспон. Что такое виспон? На экране аватара ты можешь менять свой виспон. Окей. Окей. Так, это что такое? Это что такое? А, это моя пушка. Атакует пламенем, нажимая и держа кнопку L для продолжения. Создает подбрасывающий взрыв. Повтори и взлетай еще выше. Проносится сквозь скоростью молнии вблизи колец и врагов. Атакует ударом молнии. О, это беру. Беру этот висп. Так, назад. А теперь аватар. Я хочу, чтобы он был не клоуном, а каким-то другим. Гардероб. А, это примерочная. Назад. А гардероб, если нажать. Ага, можешь сохранить свое любимое. Любимое, любимое, любимое. Это мне надо сохранять. Гардероб. Ага, все понял. Примерочная. И сейчас верх головного убора. Будем сейчас одевать его в бродягу. Бродягу, бродягу. Так, назад, бродяга. Очки ему такие. Или такие. Нет, лучше зеленые. Как муха будет. Перчатки.
как у бродяги перчатки. Обувь, как у бродяги. Ботинки ковбойские, какие-то как у бродяги. Хочу ботинки, как у бродяги. Это похоже на бродяги. Тело. О, да. Бродяга, бродяга, бродяга. Костюм. Со скелетом, точно. С костюм со скелетом. Какой он у меня стал модный. Тело, цвет кожи, цвет глаз, цвет тела. Победная поза. Ну, позы тут что-то не показываются на самом деле. Окей, поехали назад. Пускай будет такая у него... Такая у него пускай будет костюмная штуковина. Все, поехали назад. Бонус активирован. Назад. И продолжаем этап номер 7. Поехали. Посмотрим пирамида арсенала. Ну, поехали смотреть, что здесь. Так, ой, все, мы летим. Мы летим. А теперь мы летим вдвоем, по-моему. Так, а как я... Ой, не врезался случайно. Всех повзрывал этих роботов несчастных. Стоят на моем, пути. Так, по-моему, буква шифтом я мог по ним катиться и всех сразу уничтожать. О, цепляйся. Бумц. Шифтом, когда я нажимал шифт? Или буква L? Ага, вот сейчас я этим играю. Мы друг с другом постоянно меняемся местами. Рывок. Что это означает? Воу, дабл комбо. Как мы всех разбиваем, как сумасшедшие. Мы их так лупим, как не знаю кого. Они все страдают. Да, вот так. Тут мы разогнались, конечно. Всех роботов сейчас поразбиваем. Куча монет. Это туннель, вы найдете вход на завод. Будьте осторожны. Так, надо осторожно тут лететь. Тут я вижу, что тут какие-то летят монетки, можно собирать. Красная звездочка и куча монет. Берем. Обходим это все. Дело обходим это все, я сказал. Здесь сложно, но можно. Фух, еле-еле, еще бы немного, я бы. Так, у меня 100 колец. Так это можно, нажми и держи букву К рядом с врагом или кольцами, чтобы промчаться со скоростью молнии. Букву К, запомнил. Бум. Дум. Куда? Я куда-то упал случайно. Повторите попытку. Давайте повторим. Бумц. Так. Бумц. Нету патронов больше. Тогда уже по старинке давай их всех бей. По старинке, раз патронов больше нету. Давайте роботов этих всех поуничтожаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, роботы! Зря вы со мной связались, с Соником. Великим и могущим. Так, это мы тут мы зацепляться умеем. Вот нас перенесли на другую платформу. Молнией всех! Лупи всех молнией! Ух! Нате вам молнией тоже всем. Так, а сколько у меня еще заряда молний? Так, мне нужно эту платформу перепрыгнуть? Это же не сложно. Шестеренки! Опа! О, какая-то красная фигня. О, вон там роботы меня ждут, не дождутся. Пошли к роботам. Бум! Бумц! Один остался, робот. Добейте уже его несчастного, а то он говорит, всем досталось, а мне не досталось. Робот обиделся. Так, вот тут мы зацепимся. Кольца, собирайте кольца. О, роботы, получайте по заслугам. Нечего со мной связываться с ежом. Так, шестеренка, и еще одна шестеренка. О, роботы, получайте, роботы. Так, куда дальше двигаться? Двигайся. Наверное, на эту платформу. Раз, два. О, тут наверх меня могут поднять. Поднимайте меня наверх. О, я бонус нашел какой-то. Ого. Я думал, я упаду вниз и разобьюсь. Там какой-то, оказывается, бонусяк был какой-то. Секретку нашел. Так, пружины эти меня подталкивают. О, это мне, по идее, наверх должно толкать. О, цепляйся. Молодец, умничка. Опять роботы. Да сколько вас тут наплодилось, этих роботов. Плодятся. Что ты будешь делать с этими роботами? О, это мне кажется штука более интересная. Хочу на нее запрыгнуть. Пока не вышло. Опускайся. О, молодец. Так, тут тоже опускайся. Есть. О, цепляйся. Есть. Зацепились. Опять роботы. Да вы достали. Идите уже кто-нибудь в Макдональд, что ли, перекусите, какие-то вы злые все на меня охотятся. На самом деле, я к ним сам пришел, к этим негодяям, бандитам, на ихнюю базу,
чтобы их всех поуничтожать. Но ничего. Так, прыжочек. О, куча всяких-всяких штуковин. А что это дает, мне интересно? Не знаю. О, я вижу полно роботов. Боу! Один разряд электрический, и всем капец. Полно монеток. Нисколько не сомневаюсь, там что-то там. Жух! Прошли уровень! Прошли так быстро! А дальше вперед! А, все, загрузка пошла. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Я просто похлопаю. Прошли. Бонусы, 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 шмонусы. Поехали, второй уровень. Этап 7 завершен. Трум-парам-пам-пам. Новый костюмчик мне дали, новые ботинки, новые всякую всячину. Хорошо, спасибо большое. Большое-пребольшое спасибо вам. Я вам чрезмерно благодарен. Очень-преочень. Сохранение, это радует. Я победил и всех. Направление в чаще таинственных джунглей. Сильвер пытается отбить атаку этого или этой. Или как ее там. Просто поторопись. Ребята, это он. Жду с нетерпением второй встречи с этим красавцем. Что? Аватар? Это восьмой таинственные джунгли. То есть мы сейчас будем драться с какими-то динозаврами? Джунгли будут сейчас. Поехали в джунгли посмотрим. Интересно. Интересно. Привет, Кэтгёрл. Привет, кто... Так, поехали. Соник, давай, я верю в тебя. Ты теперь один без своего напарника. Ой. Бум, бум. Один остался робот в живых. Давай, катись. О. Так, 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 бонусы, бонусы, бонусы. Роботы! Я их всех поразбивал. Они похожи реально на каких-то динозавров. Гляньте-ка. Боу, 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 боу. Ага, рывок. У меня вон синяя моя полосочка. Это... Она отвечает как раз за то, за что я вам... А, на верхний не попал. Хорошо, ладно, ничего страшного. Так, все хорошо, все хорошо. Перепрыгнем. Тут перепрыгнем, перепрыгнем, перепрыгнем. Оу, оу, платформа. Я свалился вниз. Так, еще раз. Набираем скорость. Побираем эту штуковину. Еще скорость набираем. Уху, куда меня несет так быстро? Бумц. Вот здесь тяжело. О, тут надо, может быть... Опять упал. Ну что ты будешь делать? С этими штуковинами как-то нечестно. Так сложно. Бум. Так. Так. Бум-б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 ум. С этим все понятно. Тут все легко. Вот сейчас тут начинается жесть. Тут начинается жесть. О, может мне наверх надо попасть. Бумц. И все. О-о-о-о-о-о-о, кажется, мы спасены. Это похоже на какие-то джунгли. Какой-то комбо заработали. Чекпоинт, дайте мне чекпоинт, пожалуйста. Ускоряйся аж. О, опять роботы нарвались на меня. Роботы, прощайте, малютки мои дорогие. У меня супер рывок. Я лечу и все на своем пути разношу. Бум. Ай, 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 цепляйся за кого-нибудь. Повторите пытку. Надо сейчас, сейчас повторим. Так, еще раз. Роботы, роботы, привет, привет, привет. Я по вам всем скучал, на самом деле нет. Рывок, супер рывок, супер рывок, супер рывок. Бум, 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 бум. Есть, опять рывок. Роботы, получайте по заслугам. Нечего со мной связываться, когда я не в настроении. Боже, бедные роботы. Они реально все страдают. О, я нажал прыжок и вылетел за пределы карты. Так, ничего. Так, есть у меня ускорялка. Летим. Так. Так, не надо, прыжок лучше не нажимать. Я понял, что прыжок это не то, что мне тут нужно. Так, тут просто надо постоянно, чтобы у меня был нажатым shift. О, я хотел наверх туда попасть, но не получилось. Куда я лечу, куда я лечу? Куда? Ах, это змея здоровенная! Змея! Бей! Бей! Убирай скорость! Shift, shift! Скорость больше! Это босс какой-то? Змея, нет! Кажется, зря она меня съела, потому что ей сейчас не поздоровится! Я сейчас ее разобью внутри! Гляньте-ка, я там пытаюсь как-то выбраться наружу. Ей явно не поздоровится сейчас. Бумц! Я ее раз... Она меня выплюнула.
О, змея, змея, зря ты меня съела, зря ты меня съела. Мы прошли уровень, кажется. Да? Да. Ура, 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 полно бонусов. Восьмой этап прошли, трам-парам-пам-пам-пам-парам-парам-парам-парам-парам, пару бонусов, полно-полно-приполно бонусов. Дальше, поехали, хочу девятый этап побыстрее. Хочу кого-то босса кого-то наказать хочу. Хочу босса, 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 босса. Так, скорее всего босс, ну змея это походу не был босс, потому что как-то мы уж таинственные джунгли. Так, ну сейчас мы будем в джунглях что ли? Потому что мне показалось, мы как-то со змеей слишком уж просто справились. Это не входило в мои ближайшие планы, но я всегда рад победить героя. Это держит чернь. Показывает им, что нет никакой надежды. Кто-нибудь, кроме тебя самого, верит твоим силам? Так, какой-то камень упал. Что за кристалл? Что такое? Что такое, бедненький? Пока не увидишь, не поверишь. Пора вырубать его, Сильвер! Ну, посмотрим, кто тут восстал из мертвых. Маленький синенький спасатель. Что это за запах? А тебя несет страхом, раз что мне удалось произвести впечатление. Он реально какой-то страшный. Это не страх, просто я долго бежал сюда. Я никакого впечатления ты не производишь. Я ведь ничего о тебе не знаю. Можешь звать меня Инфинит. В это короткие мгновения, которые для тебя уже сочтены. Отлично, видишь, Инфинит? Вот мы и познакомились. Итак, твой любимый цвет. Любишь ли ты долгие романтические прогулки по пляжу? Может пропустить первые два вопроса. Источник моей силы тебя не касается. Кристалл! Прости, но тебе придется поделиться секретом своей силы со мной. Я настаиваю! Твоя настойчивость бесполезна! Что-то все краснеет. Соник, с тобой все в порядке? Что-то все краснеет. Вот что. Куда-то таинственный джунгли против Инфинити. Лучшее время не показано. Так, и что? Так, ты босс или не босс? Признавайся, Инфинит. Как мне тебя уничтожать? Какая твоя? Все еще. Так, вот он, короче, оп. Ой, кажется, мы наткнулись. Кажется, я проиграл. Так, повторите попытку. То есть он будет мне мешать двигаться по джунглям, понял? Значит, мне нужно что делать? По идее, разобраться, как его побеждать. Вот, а вот, его жизнь. Вот это босс. Видите, у него жизни уже есть. Хорошо. Это мы перепрыгиваем. Это мы перепрыгиваем. Это мы перепрыгиваем. Так. Что-то мы подсобирали немного. Так, какая-то штуковина. Еще одна какая-то. Как мне с ним бороться? Инфинит. Так, так. Какие-то прыжки непонятные. О! Я раз его стукнул. Получилось, по-моему. Есть, два раза стукнул. Вроде бы не сложно, на самом деле. Есть. Три раза стукнул его. Инфинит, ты не такой-то сильный, как казалось на первый взгляд. Ты вроде бы сейчас проиграешь. Вроде бы. Раз, два, три, четыре. Это уже был настоящий. Один из них был настоящий, вы поняли? Не попал. Я на красную штуковину наткнулся. Где он, где он, где он? Все красное. Ничего не вижу. Опять все красное. Я проиграл. То есть надо как-то сосредоточить. А, жизни у него жизни такие же. Опять не получилось. Все красное снова. Шипы меня уничтожили. Надо... Можно это ускориться. А у меня нет ускорения. О, теперь у меня получилось. Мне нужно набрать энергии. О, есть энергия. Так. О, есть. Попал. Энергия, энергия, энергия. Сейчас будет эта штуковина приближаться. Все, удалился я. О, опять прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, Инфинит, тебе каплык сейчас будет, я надеюсь. Оп, оп, уклоняемся, 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 не стесняемся. Уклоняемся, не стесняемся, монетки собираем чуть-чуть. Что происходит? О,
О, это я уже умею. Так, как мне его достать? Как мне тебя достать, Инфинит? Опять прыжки эти! Штуковины отталкиваю. Надо как-то выйти на его... Я не могу... О, там было! Есть, попал! Есть, я его стукнул! Он опять что-то использовал. А, я не вовремя подпрыгнул! Ай, шипы, ай, шипы, ай, шипы. Вроде бы я увернулся, но мне нужно монетки насобирать как можно быстрее. О, монетки, 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 монетки. Есть, чуть-чуть монеток. Давай. Есть, еще раз по идее ударить, наверное. Или нет, или не раз. Опять эта штуковина краснющая. Опа. Есть, еще раз ударить его. Инфинит, тебе гоплык. Готовься погибнуть. Смертью храбрых. Или не храбрых. Стоп, я же его ударил. А, вот их полно. Раз, два, три. Где? У них раздвоение личности. Раз, два, три, четыре. Где же настоящий? Вот он. Невозможно. Ты можешь даже больше, чем мне говорили. В отличие от роботов, я расту и становлюсь сильнее с каждой секундой. Научу тебя тебе держать язык за зубами в следующий раз. Не сомневайся. Инфинит, ты проиграл. Вот что я хочу тебе сказать. Ты проиграл. Я сильнее тебя. Ха-ха. Соник молодец. Он сегодня наказал всех, особенно Инфинита. Второго босса, которого мы с вами с легкостью прошли. Если вам эта игра нравится, не забывайте ее оценивать лайком. Всем спасибо большое-пребольшое за просмотр. С вами был Ниломоб и маленькая овечка. Вот она у меня на плече по имени Цезарь. Увидимся с вами в других видеороликах. Всем пока-пока. Так. Получил полно всякого-всякого, всякой всячины. Надеюсь, сейчас будет сохраненка. Сохранится. О, сохранение. А нет, тут еще мультик в конце. Ладно, ты явно стал лучше драться с момента нашей последней встречи, но ты все равно проиграешь. Это еще не конец? Это еще не конец, что ли? Я думал, мы уже уничтожили босса. А здесь оказывается еще какой-то мультик. Все-таки у меня кто-то он меня сбросил, по-моему. Сейчас будем, может, еще, как я и говорил, чтоб... прохлопнуть тебя достаточно одного движения пальцем. И что, это дальше сейчас будет драка? Я должен выяснить секрет его силы. Кристалл, тебе нужно было кристалл вырубить. Надо было уничтожить его кристалл. Чё ж ты так? Ай-яй-яй, Соник, Соник, кристалл.